Время 6:20. Заказчиков предупредил, что придет рано. Сказал, вставайте 7 часов, я буду уже в 20 минут 8. Вышел на 10 минут позже, если он мне первый. Третий день снег куда свалит, ну. Как хорошей зимой. Хозяева еще спят. В окошке темно. А нет, не спят. Свет горит. Так что уже хозяева проснулись. А снег продолжает падать. 11 марта. Детям хорошо. Они хоть на горке еще покатаются. Редко когда-то зима такая в Калининграде. Снежная. Домофон не работает. Не знаю, либо по всему подъезду не работает, либо в квартире позвонил хозяйке. Сейчас спустится, откроет. Так как зазор большой, буду клинер склеивать на клей 60 секунд. Здесь сейчас ставлю картонки, чтобы пена туда не падала. Знаете, чем чреваты вот такие большие зазоры? Во-первых, такой слой пены не будет держать верхнюю перемычку, она со временем может провиснуть и будет цеплять за дверь. А во-вторых, при запенивании такой большой слой пены есть большая вероятность, что большой слой пены не удержится и скатится, упадет и скатится по двери. Не надо говорить, что кто-то рукожоп, надо просто подготавливать дверные проемы правильно. Нифига там метет. Пурга настоящая. Не успел я сегодня закончить. Осталось 3 наличника всего лишь. Ну, как на 3 двери. Надо более наличники поставить. У меня автобус через полчаса. Потом автобуса больше не будет.
Ну, хозяева никуда не торопятся. Это ничего страшного, в понедельник приедешь, доделаешь. В воскресенье я не работаю, в понедельник приеду, доделаю. А тут зима вовсю, блин, классно как. Обалденно. Блин, сегодня, если так всю ночь будет валить, за ночь по колено навалит нафиг. Красивая остановка стоит. Сделали все красиво. Нет, кому-то не имется руки честно там, да, испоганить, свой автограф оставить. Надо в аптеку зайти. Собакин лапу поранил. Что-нибудь заживляющее купить ему. Нам покупали опять порошков каких-то белых. Уже кончились. В шарах наступил на что-то и оторвал себе верхнюю подушку на лапе. Полностью с мясом всю подушечку оторвал.